Студенты Российской международной академии туризма в Сходне смогли витаминизироваться в обмен на правильную утилизацию опасных отходов. В учебном заведении установили корзины с яблоками. Расплатиться за фрукт можно было только батарейкой, которую учащиеся складировали в специальный бокс. Натуральным обменом студенты вуза поддержали экологическую акцию. Ее инициатором выступил Российский союз туриндустрии. Это очень важная акция, потому что батарейки очень пагубно влияют на окружающую среду. И мы, Российская международная академия туризма, тоже решили поддержать эту акцию. Поэтому сегодня поддерживаем всех. Потому что я уверена, что не только у нас проходит эта акция, а вообще, в принципе, в многих учреждениях. Акция «Яблоко за батарейку» приурочена ко Всемирному дню охраны мест обитаний. По данным экологов, содержимое одной пальчиковой батарейки способно загрязнить до 20 квадратных метров земли и около 400 литров воды. Собранные батарейки отправят на перерабатывающий завод в Челябинск.